Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Так, ну что, попробуем сегодня пробиться до 27 ранга. А для этого нам нужно с тобой один раз победить, либо же толкаться на месте, выигрывая и проигрывая. Так что посмотрим, что нам уготовила игра. Так, за кого будем играть? За Разгрома, или же все-таки попробуем за нового персонажа? Давай мы с тобой, знаешь, как сделаем? Сыграем сейчас за растение. Так, только вот не за бабаха мы будем играть, а сыграем, наверное, за... за... ореха. Мне просто хочется перейти уже на следующий ранг. А после этого... Слушай, давай, наверное, все-таки за Разгрома доиграем. Перейдем на 27 ранг, а потом уже будем с тобой вместе смотреть новых персонажей и пытаться подыскать какие-нибудь колоды играбельные. Так, Разгром, значит. Попробуем за него все-таки отыграться. Поехали. Так, поиск соперника. Слушай, я вот знаю, что за Разгрома классно играет, когда у тебя есть вот это вот... Я забыл, как ее звать. Карта, которая призывает, дает тебе возможность призывать гаргантюах практически на ранней игре. Но их нужно 4 штуки, как минимум. А у меня их всего 2. Так, ладно, здесь меняем. Это меняем и это меняем. Да, не лучший вариант, конечно. Против капитана Огонька не забалуешь. У него карты такие, на усиление в основном, да? Ё-моё. Он сейчас меня на ранней игре отчебучит, скорее всего. Ну вот, видишь, начинается ореховая фигня вот эта вот. Естественно, этих нужно уничтожать. О чем тут можно говорить, ребят? Но он сейчас будет их выставлять, выставлять и, соответственно, прокачивать, еще раз прокачивать. Погнали. Так, что он там будет делать? О, как. О, даже что у него было. Окей, погнали. Допустим. Так, ну-ка, сделаем вот таким вот образом. Нифига он набрал этих банановых бомб. Ну что, давай посмотрим, как он будет своими банановыми бомбами против, например, вот этого. Ну-ка, покажи мне, что ты там будешь делать сейчас. Где там твои банановые бомбы? Ты что, ты припух-то? Не ожидал, правильно, он стоит 5 энергии. А я тебе его, хоп, за 3. Понятно. Значит, вот это у тебя, да? Еще, оказывается, здесь есть. Ну что, будем знать? Будем, друзья мои, знать. А для этого мы сделаем вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Мощно, конечно. Ничего не скажешь, ребят. Поехали. Угу. Да, он прокачиваться будет. Тут ничего с этим не сделаешь, ребят. Тут с этим ничего не сделаешь, к сожалению. Погнали. Слушай, он же может его усилить, по-моему, да? Может. А за что он прокачивается при использовании шаманства, да? Угу. Понял. О, даже как транжирит. Окей. Погнали.
Тут, понятное дело, он снес мне. Так. Здесь мы с тобой сделаем, знаешь что? Стоп. Лучше не так, наверное. Лучше нам сделать... Блин, медика бомбанет, скорее всего. Ну да, тут либо вот так вот нам делать. Хиляться самим. И вот так. Ох, солидно. Так, что он там делает? Двойной удар еще, да? О, даже как. Поехали. Блин, у него, правда, сработает сейчас защита. Ой-ой-ой. Что он творит, ребят? Ну, понятно, прокачка. Так, уничтожает всех растений здесь. Ну что ж, давай сделаем так. И, наверное, вот так. Да ладно, ты серьезно, блин? Еще и виноградина у тебя есть. У тебя еще виноградина есть, да? Поехали. Сейчас сюда как бабахнет это усиление атаки, да? Там, по-моему, к атаке плюс 4 или что-то такое. А, вон даже где. Так. И вали отсюда. Ну что, ребята, может быть, даже нам повезет с тобой. Мы с тобой сделаем, наверное, знаешь как? Вот так вот. И вот так вот. Три бонусные атаки, ты смотри, дурачок. Он не увидел, да, наверное? Ну что, погнали? Бамс. Все, он сдался, ребят. Три бонусные атаки, прикинь, держал при себе, а? Охламонище. Ну что, друзья мои, ну, как вы понимаете, мы с вами переходим. На... Подожди, переходим? Да, переходим на 27 ранг, что очень приятно и мило. Так, что у нас тут? Выиграйте игру растением, героем, стражем. Страж. Это орех, по ходу дела, да? Так, выиграйте игру безумным героем зомби. А что за безумный герой зомби? Что за безумный герой зомби? Скажи-ка мне на милость. Так, ладно, давай поиграем с тобой за кого-нибудь другого. Подожди, какие мозги в опасности? Вы чё? Мозги в опасности. Мы хотели здесь пошуршать маленечко. Блин, тут вот могли бы еще какой-нибудь герой добавить. Давай попробуем сыграть за Розу. Например, мы посмотрим... что можно нам выбрать и за кого сыграть? Ну, какую лучше... Так, что у нас тут есть? Желудь... Заморозки. Желудь и заморозки — это, конечно, круто. Желудь, заморозки, арбуз. Рикошет. Ну, как бы, в принципе, неплохая колода. А у нас есть этот, который уничтожает любого замороженного. Он же должен быть, по-моему, да? Вот он, груша есть. Груша есть. Кто-то мне опять бросает вызов. То есть
могу понять. Вот это вот. Я даже ничего не успел сделать, ребят, если честно. Я нифига не понял. Кто за кого играет? Я за картошку, да? Получается. Это кто мне там выкинул? Денис. Денис мне бросил вызов. Окей. Ну что это? Ну что это такое? Ну, тренд батон. Ладно, давай попробуем. Так, ну что, у нас супермозг обычно на кровожадности играет. Обычно. Не знаю, может быть, меня Денис удивит сейчас чем-нибудь. Угу. Допустим. Так. Мне уже что-то не нравится, уже такой подход. Супермозг думает, думает. Но это зря. А, если он, конечно, его прокачает. Да ладно, ты серьезно, что ли? Но не забывай, что у него есть энергия, он может... Я фиг с ним, я не буду рисковать, я пропущу лучший ход. Я так и думал, что кровожадность будет. Но вот это ты зря, кстати, делаешь. Тратишь на ниндзю кровожадность. Она бы тебе в дальнейшем сыграла бы намного лучше, чем сейчас ты на одного потратил. Так, ну что, давай я поставлю вот так вот. Грушу. Что дальше? Так, он вытягивает две карты. Окей. Погнали. Так, мне выпал пенек. Ну, если честно, от пенька мало толку. Угу. Так, а что я делаю-то? Ну, давай сделаем вот так вот. К примеру, да? Ну и вот так вот. Как тут сделать-то лучше? Так, так. Не знаю, как тут лучше делать. Давай так пропустим. Ну. Что будешь делать? Перемещает зомби. Куда? Куда ты перемещаешь зомби? И наносишь бонус на такой. Понял. Неплохо. Неплохо. Так, что дальше мы? Так, у нас есть заморозочка. У нас есть орешек. Ну, я поставлю орешек сюда, например. Хочу посмотреть, что он будет делать. Опять вытягивает две карты. Заморозка. Ну, допустим. Все, да? Когда же сейчас сработает эта защита-то? Так, мы уже добрались до кукурузы. Нет, 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 ты вот этого парня-то, пожалуйста, убери, он тут нафиг как бы не нужен. Давай вот так вот попробуем. О! О, кто у него? Перемещает зомби, куда ты его перемещаешь-то? Сюда? А, сюда? Ну да. Уничтожаешь растение. У-у-у, парень, так сейчас тебе 6 прилетит в лицо. Ты настолько уверен в себе? Хорошо, да, давай допустим. Давай допустим, если ты настолько, блин, в себе прям вот уверен на 100%. Ну тогда извини. Тогда уж ты меня извини, парень. Ну да, кровожадность, ну и что дальше? Все, тебе крышка. А я тебе говорил. Ладно, ребят. Приятно было подраться, Денис. А теперь я пойду заниматься своими делами. Так, получаем 10 гемов. Дальше. Так, что я хотел сделать, я уже забыл. А, мы хотели сыграть за какое-то другое растение. Мы остановились с тобой на розе. Давай посмотрим, изменим. Да что там, опять кто-то бросает вызов? А, да не за что, Денис. Так, давай посмотрим. Пум-пум-пум-пум. Что мы тут с тобой можем сделать? Семечко. У нас ландшафт есть? У нас ни одного ландшафта здесь нету. И это зря, потому что нам нужно поставить будет его. Так,
Вот только вместо кого? Вместо, наверное, вот этих вот. Вообще, я думаю, что здесь надо делать колоду, ну, не на заморозку. Или на заморозку, блин. Такая специфическая здесь получается какая-то команда, если честно. Тыква вот эта вот, ни к селу, ни к городу. Мокрое место, да? Арбуз. Арбуз, капелька, заморозка. Арбуз, капелька, заморозка, да? У нас с тобой есть вообще... Вот у нас есть чем отхиляться. В принципе, если мы, например, возьмем этого, поставим, потом еще как-то успеть в этот момент хильнуться. Фиг его знает, как это сделать, все успеть. Так, зачем мне вот этот тогда? Скажи ко мне на милость, он мне не нужен. Этот рикошет тоже мне не нужен здесь. Вот эти вот тоже. Он же просто выкидывает в руку, да? Или уничтожает? Он отправляет обратно в руку, невыгодно. А что нам выгодно? Давай возьмем. Так. Так, возьмем вот так вот. Хиляться. Так, сколько там еще? Ну, допустим, возьмем этого с собой. А это что у нас делает? Прочерк, по-моему, да? Все вешают прочерк на время этого хода. На время этого хода. Так, надо поставить одного водяного. Роза, роза. Ландыш серебристый. Ну и все, наверное, ребят, пока. Больше я ничего не вижу. Ну давай вот это вот возьмем еще. Попробуем. Пробуем. Вот видишь, когда нету карт нормальных, ты даже не знаешь, что и сделать. Как вот ее поиграй, говоришь, за других героев. Даже создать не могу нормальную колоду, потому что, ну, нету этих. Если на заморозках не хватает несколько груш, да всего не хватает. Как вот играть? Супер мощных, таких как там в Гаргантюах. Мне в колоде на замороз... Не успел прочитать. Ну что это? Ёпарсоте. Ну давай вот так вот сделаем. Да он уже, наверное, сразу понял, да? Тут только дурак не поймет, что это за колода. Ага, соображает. Что там соображаешь? Что ты там хочешь замутить? Скажи ко мне на милость. Опачки, сундучок поставил. Вот, видишь, как делает? Естественно, мы его с тобой сделаем что? Заморозку. Да? Конечно. Замораживаем. Так, понеслась. А, какой понеслась-то? Ну да, понеслась, у него больше ходов нету. О, еще одна заморозочка прикатила. Так, кто там у тебя? О, тоже такой же, да? На заморозке, что ли? Решил сыграть сегодня парнишка.
А ну-ка. Так. Защита у него сработала. Че он там вытягивает две карты? Вытягивает две карты. Так. Делаем с тобой заморозку. Так. Да нет, подожди, пока не стоит, наверное, превращать его там в козла или еще в кого-нибудь. Что он там делает, заморозка? Прока... ты... Серьезно, ты решил вот этого своего олуха прокачать? Да ради бога, твое дело. Вызывает надгробие. Ну, точнее, ты понял, да, короче? Сейчас он получит сколько? Ну, 3 в лицо он получит. Это максимум, что я могу ему позволить. А, вот тут как. Куда ты его хочешь переместить-то? Сюда? Так. И он думает, что я этому прощу, что ли? Чего умоляю? Ну, он об этом сейчас пожалеет очень крупно. Угу. Ну-ка. Удиви меня. Блин, а я убрал, да, эти рикошеты надгробий, да? Убрал, конечно же. Так, ну я не знаю, если я сюда бомбану, 9 лицо, мне 9 лицо как бы нафиг не нужно, да, по идее-то. Поэтому превращаем этого говнюка в козла. Это раз. Да и все пока. Кто там у тебя антигерой? Антигерой у него. Ну, сейчас, если этот дракончик бомбанет, ему крышка. Что он там делает? Ага, вот так вот. Сейчас мы с тобой и козла, и этого, и в лицо. Еще один подснежничек вылез. О как. Так, ну что мы будем с тобой делать? Вот так вот, да? Решил он. Ну, во-первых, хильнемся. Угу. А ну-ка, поспи маленько. А чё он задёргался-то, я не понял. А. Пускай. Так, вот такой вот охламон тут вылез. С 3-5. Потом что? Потом остается только лишь желудь активировать, и все, ребята. Получается. Если он даст, конечно, мне такую возможность. Ага, бонусная атака. Ну-ка, что нам тут выпадает? Давай вот так вот сделаем с тобой. Что там делает кровожадность? Тратит кровожадность для того, чтобы карту вытянуть. Понятно. Ну давай посмотрим, что ты сейчас будешь вызывать. Ох, ёлки-палки. Это серьезная заявка, ребят. Так, это серьезная заявка. Сколько нам нужно нанести? 6 в лицо, да? Ой, 6 в лицо. 6 единиц урона. 6 единиц урона, да, получается. То есть мы сейчас сделаем с тобой вот так. После этого мы... А, пока никак, да, получается.
Три. Ладно, поехали. Посмотрим. Этих сносим, этого сносим. Угу. Да, только здесь небольшая, ребята, погрешность есть. Как бы сделать-то, наверное, вот так вот, я так понимаю, лучше. И если мы сделаем с тобой сюда. Как, блин, лучше-то? Как бы лучше-то, а? Ну, давай сюда поставим. У него 6 энергии, ребята. Он, если у него там дофига всякой всячины, он, конечно, тут сейчас сделает таких делов. Ему нужно уничтожить вот этот подснежник. Ага, вот так он решил делать. Заморозка. Допустим. Все, да, на этом? Угу. Ой-ой-ой-ой-ой, ягодка заморозка, ребята, у нас тут. Вот тут уже интересно. Вот тут уже интересно. У нас с тобой защита сработает, это однозначно. Угу. Вот так вот и решил, да, значит, сделать. Так, погоди-ка, как бы мне тут, блин, провернуть-то? Да никак, по ходу дела. Походу никак, ребята. Что он там делает? Разыгрывает всякую ерунду опять. Ты подснежник, дурачок, будешь контролировать или нет? Он же сейчас нанесет тебе одну единицу в лицо и все. То, что ты там вот это тянешь, это все ерунда. Вот, вот это вот, да, вот это плохо, ребят. И это все? А, он энергию получает. Так, кровожадность из бочки. Так это все, ребят, это крах. Это был крах. Вот так вот, ребятушки, мы с вами сыграли за Розу. Я надеюсь, вам понравилось, да? Так, ну а мы с тобой двигаемся дальше. Так, теперь за кого? Теперь мы сыграем... За кого мы еще тут? Не дрынкали. Да дофига за кого. Так, вместо Розы мы возьмем... Пум-пум-пум-пум-пум. Блин, ночной колпак. Ночной колпак, ну как сказать? Ребята, им надо играть уметь все-таки, как ни крути. Этих у меня чудеса трансформации просто нету. Тех самых карт, которые нужны. Вот сам посмотри, видишь, вот как вот, вот как вот этим вот, и вот этим я должен здесь играть. Посмотри, какие тут замечательные. Вот был бы вот этот, или вот этот бы. Вот этот вот, звезда, елки-палки. Ну вот, вот, вот это вот все, все нужно, ты понимаешь. А то, что у меня есть, это фигня. Поэтому для колпака, ну это не годится. Это если как-то, ну, чисто, блин, случайно, я там не знаю, как-то там... Как вот сейчас за Розу мы сыграли, да. Чисто случайное везение, ребята. Понимаешь? Случайное везение. Потому что, ну, просто повезло. Сейчас попробуем сыграть за картофель. Не знаю, что у нас из этого получится. Кто? Ну вот, видишь, дают мне
Мозг атаку профессора. Сейчас будет меня ломать здесь, да, судя по всему. Сейчас он меня будет тут переламывать, пережевывать. По-другому не скажешь. Своими доборами и тому подобное. Так, что у нас тут? Ну, первый ход есть, второй есть. Я не знаю, во что превратится этот цветочек. Надеюсь, во что-нибудь полезное и путевое. Ну, в принципе, неплохо, ребят. Есть смысл выставлять, да? С атакой 3-4. Я думаю, что есть смысл выставлять его сюда. Пускай он бомбит здесь ему в лицо. Хотя у него, может быть, какие-нибудь заклинания есть. Ну, допустим. О! Видишь, что творит? 4-4. А мы с тобой сделаем вот так вот. На тебе. Угу. Все со своими доборами здесь, да? Буянит. Ладно, я поставлю, наверное, грушу. Да, особенно против... О, он мне еще и посадит сейчас что-нибудь. Что посадишь? Горохострел, создан ботаником. Все, прекрасно, поехали. В бой? Чего ты замер-то? В бой, говорю. Бумс. Дальше идет орех. Или мина. Мина, скорее всего, конечно же. Какая? Какой орех? Хотя нет. Кто там у тебя прятался? Покажите мне. Ха-ха, конфетник. Я теперь тебя прекрасно понял. Зачем ты набирал тут все? Что он там делает? Энергию берет. Ну, конфетник у него 100% еще есть. По идее, должен быть. Первую защиту мы сломали. Шаманство 3 карт. Он все-таки хочет конфетников, ребята, вызывать. Добрал, добрал-то руку. Ё-моё, еще плюс энергию. Все дела, да? Так, ну что, я не знаю, там кто у тебя может быть. Но я поставлю вот так вот. Ага. Вот даже как у тебя. Что он там делает? Двух подтанцовщиков размещает еще. Окей. Они сейчас, скажу, удар что ли сделал, нет? А, он добор карт берет. Превращает в зомби, который стоит дороже. Который стоит дороже. И кто? Пират. Ну, будет взрыв, да? Слушай, это мне выгодно, кстати. Я сюда поставлю ландшафт. Опа, опа, опа. Гляди-ка. Норм, норм. Давай-ка я вот так вот сделаю. Наверное, вот так вот все-таки поставим, да, с тобой мину. Делает заморозочку.
Сейчас будет бум. Так, у него срабатывает защита. Вытягивает две карты. Так, сейчас бомбанем. Тыч. Итого нам нужно нанести. Ну, понятное дело, да, что он бомбанет две мыши летучие. Это все, что он сделал? Это он прикрылся летучими мышами, да, значит? О, даже как. О, даже как, да, получается, ты делаешь, парень. Теперь смотри на свою роковую ошибку. Поехали. Бумс. Бумс. У кого, например, вот этого? Тут, в принципе, уже без разницы. И бумс. Все. Все, все, ребят, все. Был шанс и потерял он шанс. Хотя колода... Ну, вот мне повезло, что, ребята, я успел убрать вовремя конфетника. Как раз у меня выпало, да, это могилоед. И я, одним словом, уничтожил его. А так бы он сейчас тут, да, набирал бы. Ну что, будем закругляться, наверное, да? Коротенькая серия такая. Перед сном, как говорится, я закатил. Так, друзья, я все-таки решил дойти до 28 ранга. Думаю, как-то, ну, заканчивать на 27-м. Тут один бой. Опять же, еще неизвестно, один ли бой. Мы ведь можем и проиграть. Твою ж, налево ржавый разряд. Ну куда тебя черти несут, а? Вот зачем ты мне портишь всю статистику, а? Так, ёпарасоты, и чего? И чего? Ну давай хотя бы так попробуем. Не лучший вариант. Не лучший, друзья мои, вариант. Так, ржавый разряд очень туго соображает. Так, ну что, мы с собой можем потом применить удар вот этот солнечный, да? Либо пёсю. Тут как бы одно из двух. Ох, ё-моё, 6-4. Было бы, конечно, неплохо. Было бы неплохо, плюс мокрое место. Давай вот так вот пёсю поставим. Будет он тратить свой супердар? Нет. Видимо, он для чего-то его держит. О, 5-6. Морозный арбуз. Ну, это вообще было бы шикарно. Да что ты издеваешься, что ли? Я не могу понять. Что ты там мутишь в воду? Че он там? Вытягивает две карты. 6 получает в лицо, получается, да? 11 хп остается. Ну, вот это вот, конечно, это бред. Опачки, опачки. Пропускаем ход. О, даже как. Смотри-ка, что он делает. Бамс. Прокачка. Бамс. Прокачка. Неплохо тогда прокачался парень. Ну что, ждем. Там у него, скорее всего, знаешь, что будет? Бонусные атаки. Ага, нет, не бонусные атаки, ребят. Не бонусные атаки. Как быть? Блин, как быть-то? Ну поехали, давай так сделаем. Фиг с ним, ребят. Другого варианта все равно нету. Другого варианта все равно нету.
Ну, этот понятно, этот дуплица. Мы сейчас ему нанесем, у него один... 1-1 останется, да? Потом мы его добьем. О! Тогда немножечко все, ребята, меняется в корень. Так, ну этого мы уничтожаем с тобой. Через, так сказать, ананас. Ананас. Или же... Блин, это, конечно, люто. 6-5, ну и что? 6-5. Угу. Хопочки, вызвал кого, да? Ну давай, вот этого бомбанем с тобой. Чпок. Смотрим дальше. Вытягивает две карты. Ну, естественно, прокачивает этого хламона. 2-2. Все, сдулся на этом ты. Ты на этом сдулся. Нам можно поставить защитник с тобой. А можно поставить кое-что другое. Смотри. Сейчас посмотрим. Ничего не стал делать, да? Давай вот так вот сделаем. Ох, как. Как он вытянул, ребята. Че он там? Сколько он этих вытягивал карты? Норм. Норм. Ребят, мне главное, чтобы у него защита сработала. Надеюсь, ты понимаешь, для чего мне это нужно. Нет, еще не сработает защита, к сожалению. Ты запарил уже своими этими хламонами, если честно. Ну, ох, как было бы замечательно, ребята. Давай, перемещайся вот сюда вот. Вот под него, не сверху, блин. Под него, ты понимаешь, есть такое слово? Под него. Так, шаманство двух способностей. Ну. Наносит. И живичка моя погибает, естественно, ребят. Вот это вот. Твою ж налево, у него эта фигня стоит там, а? Кто там у тебя? Я не знаю, ребят, кто там у него, но я знаю, что нам нужно с тобой сделать следующее. А именно вот так вот. И вот так вот. Угу. Шаманство опять свое делает. Как ты заколебался своим шаманством? Кровожадность на всех. Амфибии вешает. О, даже как. Уже никуда деваться, да? Так, ладушки, погнали. Угу. Так. Не будем пока ничего здесь делать, верно? Это что у нас? Копию разыгрывать. Так, я не знаю, ребята, что он там поставил. Но, так, 4, да? Смотри, что мы сейчас с тобой сделаем. Одну штуку. Смотри. Сюда. Тут главное попасть. Ага. Хоба. Так, а теперь мы с тобой сделаем еще и вот так.
Сейчас сработает, ребята. Блин. Не сработает ничего, ребят. Все. Сейчас я вот этого поставлю сюда, парнишку, да? Он берет ключника, вызывает. Ох ты. Они что вытворяют? Мне это пока не надо. Теперь сделаем вот так. И сделаем вот так. Вирус делает, да? Окей. Кровожадность. Допустим. Все, да? Погнали. Да, я забыл совсем, что он уничтожит. Ой-ой-ой-ой, как плохо, ребят. И три в лицо нам крышка, что ли? Ёпарасоте, ребята, вот это да.
Так, ну что, ребят, давайте попробуем добить. Добить, так сказать, ему. Точнее, не ему, а нам. 28 ранг. Так, кто это у нас тут? 30 ранг уже. Мозг атака. Собственной персоной, друзья. Собственной персоной он нас решил навестить. Ну что же. Я не знаю, вообще этот ландшафт беру все время его. Зачем беру, непонятно. Слушай, по-моему, здесь у него нету. Или есть надгрубие. Блин, вот я сейчас убрал, потом как бы не пожалеть мне об этом. Начало веселое, очень веселое. Потому что, как ты понимаешь, мне ничего не досталось. А вот он так вот бомбит. И опять у меня ничего нету. И опять я пропускаю ход. И он делает шаманство трех любых карт. Так, ну ладно, следующим у нас будет с тобой кто? А кто у нас будет следующим? Я не знаю, ребят. Фонарь. А больше некого ставить. О, смотри-ка, что делает. Ух ты. Подожди-ка, почему он... Ну-ка, давай-ка вот так вот сделаем. Окей. Так. Опа. Понял. Прокачиваешься, да? Так. Йети. Что-то я тут немножечко не пойму. Так, секунду, мы с тобой сделаем сюда. Вот так вот, да? А здесь вот сделаем вот так. Ну-ка, погнали. Ну-ка, посмотрим, что он там сейчас придумает. Ага. Так, этот минус. Прокачивается. Окей. Так, что дальше? Мне просто интересно. Угу. Так, этого бомбим с тобой. Поехали. Так, наносит 2 единицы всем зомби. Ой, всем зомби. Так, мы еще прокачиваемся чуть-чуть. Угу. Дальше что у нас идет? Виноградинка, да? О, даже как. Так, даже вот так вот мы с тобой, да, сделаем. Короче, сделаю вот так вот. И сделаю вот так вот. Поехали. Кровожадность у него... А, у него нет кровожадности или есть, я не помню, ребят. Плюс 2. Ух ты. Угу. Так, здесь мы поставим сюда. Здесь бородатого валим. И сделаем вот так вот. Допустим. Погнали. Наносит 2 единицы урона всем. Все, погнали. Раз. Добить не успеем. Одно хп остается у него, да?
У него 1 хп, у нас 5 хп. Так, ну что я могу сделать, ребят? Лишь вот так вот поставить. А больше нечего пока. Во, даже как. Угу. Да на ты получи. Мина, миночка родная. Так. Ну что мы здесь с тобой сделаем? Уничтожим всех, да? И вот так поставим. Две энергии у него. Так. Погнали. Все, что ли? Вытягивает две карты. Все, ребята, крышка тут ему. Профессор мозг атака повержен. О, друзья мои, ну вот. Теперь уже действительно можно заканчивать серию с чистой совестью. Как говорится, да? Мы с тобой перешли в 28-й ранг. Это круто. А на этом уже все, ребята. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.